Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Кадо. Отвечая на вопрос, как наточить ручную косу, я могу сказать только одно. Ручную косу нужно не точить, а отбивать. Вот после того, как вы косу отбили, любым удобным для вас способом, либо вы использовали молоток и бабку, либо вы использовали приспособление для ручной, для отбивки косы, либо вы воспользовались денгель-аппаратом для вытягивания режущей кромки, после этого необходимо пройтись оселком. Вы берете оселок и режущую кромку, которая немножечко неравномерно была отбита, то есть у нее были какие-то волны, в эту режущую кромку делаете ровный при помощи оселка торцевыми частями оселка. Для заточки косы не используется инструмент типа болгарки, в принципе механический инструмент, это неприемлемо.